Добрый день, уважаемые гости, друзья нашего Одесского дома музея имени Николая Константиновича Рериха. Мы очень рады собраться по прекрасному поводу. Спустя несколько лет у нас вновь открывается выставка изумительного, прекрасного художника Владимира Анатольевича Наталушко «Город Чернигов». А прежде чем я буду рассказывать о Владимире Анатольевиче и петь песню о его картинах, вам и для вашей семьи, Владимир Анатольевич, музыкальный подарок от Георгия Георгиевича Кожухаря, старшего преподавателя детской музыкальной консерватории, академии, вернее, извините, имени Неждановой, лауреата международного конкурса имени Эмиля Гиллиса, почетного гражданина города Одессы. Георгий Георгиевич, пожалуйста. Thank you.
Thank you.
Итак, я хочу сказать несколько слов о Владимире Анатольевиче Наталушко и его работах. Мы не знакомы, мы уже дружим много лет. Наверное, уже пошло второе десятилетие, да, Владимир Анатольевич? Я так думаю, по срокам. И всегда работы Владимира Анатольевича и его выставки несказанно радуют. И мне очень легко об этом говорить, потому что они вызывают определенные душевные отношения и очень эмоциональные отношения к его работам. Прежде всего, Владимир Анатольевич имеет, во-первых, это прекрасный человек. И вот я вспоминаю Николая Константиновича Рериха, когда он говорил о том, что какое состояние человека души, какая у него душа, такие у него получаются работы. Николай Константинович Рерих всегда опирался на высказывание Рембрандта, на высказывание Лейбница о том, что не должно быть каких-то отрицательных моментов отражено в картинах, потому что они запечатленные начинают жить свою жизнью и влиять на окружающее. Вот столько лет, сколько я знаю Владимира Анатольевича, я не знаю ни одной работы, в которой были бы какие-то гримасы, какие-то искажения, какая-то критика, какое-то нечто такое извращенное, чтобы будоражило и человеку не давало полет, восторг, а опускало его туда, как часто нас опускает иногда в жизнь. У Владимира Анатольевича всегда добрый взгляд на жизнь. Всегда какое-то оптимистическое настроение, наверное, потому что он лев, у него недавно он отпраздновал буквально несколько дней тому назад свой день рождения. И вот эта солнечная натура, доброжелательное отношение к окружающим, к людям, я вижу, какой он прекрасный семьянин, это все отражается в его работах, да иначе быть не может, потому что может быть иногда мастерство великолепное, но тогда в этом, при этом мастерстве заложено нечто отрицательное, и тогда, когда ты подходишь к этим работам, у тебя некоторый внутренний раздрай получается. Здесь гармония. Гармония от того, что внешне, и от того, что, чем она наполнена. Что еще я хочу сказать о Владимире Анатольевиче? Ну, во-первых, он получил великолепное образование. Это труженик. Закончил Пензенское художественное училище, закончил Всероссийский институт живописи, ваяния и зодчества. Это о многом говорит. То есть человек учился, ставил руку. Он, прежде всего, это нужно поставить руку для того, чтобы потом уже творить. Вот это свершилось в биографии. Ну и потом реализм. Я вспоминаю слова Николая Константиновича Рериха, что не нужно быть натуральщиком в своих работах, но реализм. А что же есть высшего в нашей природе, в окружающем мире, если окружающий мир – это и есть проявление Бога в своей высшей гармонии, которую портим, к сожалению, только мы, людям, уничтожаем, не заботимся и портим. И вот Владимир Анатольевич пишет, разве может быть какой-то предел, это же бесконечное творение божественное, небо, земли, цветов, воды, вод. И Владимир Анатольевич очень любит свой край. И действительно, Черниговщина прекрасная. Река Десна и окружающие работы, которые вы видите, это в принципе, как я понимаю, да, пленэрные работы, кроме натюрморта, пленэрные тоже домашние, натюрморт, это тоже пленэр в домашних условиях, я бы так сказала. И нужно найти же, не очень часто пишет эти места Владимир Анатольевич, но каждый раз же нужно найти определенный ракурс, определенный подход, определенное видение для того, чтобы нас, зрителей, увлечь за собой и обратить внимание именно подачи красоты и природы с этой позиции, с этой точки зрения. И действительно, тут все находится в гармонии, тут есть все, что нужно человеку. Если вы хотите лес, тут есть лес. Если вы хотите небо, здесь разные состояния неба. Если вы хотите воду, здесь есть вода. Вода есть как замкнутое пространство, но есть вода, которая тебя увлекает очень далеко, и ты не знаешь, как в детстве, ты хочешь знать, что же там за поворот этой речки, какой откроется новый пейзаж. А может быть, и дальше другие работы есть, продолжение этого пейзажа. Владимир Анатольевич учит нас смотреть на жизнь, дарит нам прекрасное и такой же прекрасный отблеск нашей души. Ну, посмотрите, какая работа прекрасная, это дровяной луг. Ну, когда вы заходите в зал, что вам хочется? Прежде всего, ну, наверное, нырнуть в этот луг и как в детстве лежать в небо, глядеть высоко и ощущать себя единение с природой, частью этой природы. И действительно, мы дети природы, это часть. Вот здесь хочется лежать на этом лугу, правда? Я не знаю, как у вас, но у меня возникает. Хочется быть в этом уголке природы, слушать, как течет река, видеть эти удивительные кувшинки, которые на воде, эти удивительные отблески
отблески на воде. Таким образом, Владимир Анатольевич нам подарил не просто краски лета, колерию лета, а я думаю, что это краски его души, потому что он родился летом, и, наверное, лето точно так же его привлекает, как и другие времена года. У нас много побывало выставок, мы уже знакомы со многими произведениями Владимира Анатольевича, но каждый раз удивляешься бесконечной вариации того или иного пейзажа, того или иного вида. Ну и, конечно, натюрморты. Натюрморты – это особая категория в творчестве. Ну, во-первых, нужно уметь закомпоновать натюрморт, это первое. Кроме того, нужно дать уметь фон. А вот у Владимира Анатольевича всегда такой фон. Вот фон иногда определяет картину. Он влияет и на композицию, и на все остальное. Я всегда удивляюсь, вот с каким вкусом он подает эту тональность фона. Но у него интересно, что эти цветы, вы знаете, это же не долговечные. Они подцвели, они отцвели. И собранные в букет, я всегда вспоминаю о том, что это последняя дань красоты, это последний отблеск жизни, которые дарят нам цветы, нам, людям, свою последнюю, если вы хотите, песню перед своим закатом. И вот собранные в букеты разнотравие. Разнотравие, оно удивительно и удивительно сочетаемо. Розы. Розы занимают тоже особую композицию, ведь Венера. Ну вот эти чайные розы, которые на заднем плане, вот иногда Владимир Анатольевич еще делает так работы, что они выходят за пределы полотна, и они начинают жить своей жизнью. Это уже не трехмерное пространство, а я называю это уже 3D, 4D, 5D, потому что они выходят как бы из своих полотен, и мало вот этого пространства, они выходят за пределы этого пространства. Ну а розы? Розы занимают, я сказала, определенную тематику, потому что это символ Венеры. А Венера – это и символ любви, это символ любви и абсолютной, символ любви и земной. В общем, все связано у нас в жизни с Венерой. Видно, очень вы любите Венеру, Владимир Анатольевич, обращаясь к такой прекрасной тематике розы. Ну, посмотрите, изумительный жасмин. Ну, он, наверное, пахнет. Пока он сейчас пахнет краской, но я думаю, что среди краски, поскольку это писалось тоже с натурой, это букет, это композиция, он имеет, картина имеет свой запах. Удивительно, как некоторые вот цветы вот становятся центром композиции. Вот, например, букет, и посмотрите, я не знаю, я забыла, как называется этот цветочек, этот граммофончик, да, в центре. Посмотрите, огромный букет, большой букет, а он взял на себя внимание. Вот когда ты на него смотришь, он центр этой композиции, ты от него глаз оторвать не можешь, он привлекает, все остальное как бы фон, а он царит. Это надо же, чтобы простой цветочек, вот и как в этом, тут прекрасные ромашки и другие цветы, и все-таки вот этот граммофончик, он раз, белого цвета, взял на себя внимание. Ну и особая серия, которую мы впервые с вами видим, она не была представлена никогда в творчестве, это городской пейзаж. И вот когда мы развешивали эти работы с нашим художником Краевым, он не мог оторвать, и я тоже. Потому что это нам напоминает, вы знаете, что напоминает? Ну, во-первых, то счастливое время, многие его не считают счастливым. А я считаю все-таки счастливое время, когда каждый получал образование, когда никто не рылся в мусорках, все вели достойную жизнь люди. И вот та архитектура старая, она еще осененная солнцем, она мне напоминает некоторые вот московские какие-то дома, московские городские пейзажи. Мы аж ахнули, и мы не могли, где-то перекликаются с работами, может быть, Пименова, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что у Владимира Анатольевича они более жизнерадостные, более красочные работы. И главное, что все наполнено солнцем. Ну и площадь Богдана Хмельницкого. В общем, три работы, остальные натюрморты и пейзажные работы. Мы очень благодарны вам, Владимир Анатольевич, потому что вы внесли в Одессу, ну, скажем, аромат Чернигова, его природы. Вы с собой везете аромат моря, Одессы, а зато у нас почти 2 месяца будет вот такая выставка, в которой присутствует такой более спокойный ландшафт, речной, травяной, лесной, облачный. Так что вам огромное спасибо за вашу выставку, и мы рады, мы устроили, в общем-то, пир. С одной стороны музыкальный, с другой стороны пир художественный. Кроме того, мы прорвали еще карантин. Вы такая одна из, наверное, первых ласточек, которая приехала в наш город и прислали работы со своей выставкой. Спасибо вам, мы вас приветствуем в городе Одессе. И, пожалуйста, если можно, расскажите нам о ваших работах. Как вы их творите? Почему вы их творите?
именно почему такие работы, почему для Одессы, и какое в вашей жизни занимает место натюрморт, пейзаж? Пожалуйста. Я знаю, что вы не любитель говорить, но все-таки. Пожалуйста. Спасибо. Вам за теплые слова. От микрофона. Просто у нас тут новая техника появилась. Если можно поближе. Еще раз здравствуйте всем. Вот, хочу сказать слова благодарности прежде всего Елене Григорьевне за то, что, в общем-то, это было ее предложение сделать выставку, вот, на которую я с большим удовольствием откликнулся. И мы обговаривали эту выставку заранее, еще зимой, об этом разговаривали, вот, и как-то вот решили, что у нас были все время осенью, там как-то ближе к зиме, а тут вот она говорит, давайте летом, почему бы не сделать летом. Вот. И вот так вот, можно сказать, у меня потом родилось название этой выставки «Кольори лета». Вот. Поэтому и работы, соответственно, я подбирал такие, как, ну, то есть похожие тематики. Вот. Ну, что хочу сказать о работах. Сюда вошло 25 работ в эту выставку. Все они написаны с натуры. Да, не все на пленэре, но все с натурой написаны. То есть мне хотелось, то есть это не значит, что я только с натурой работаю, я работаю не только с натурой, то есть в мастерской, но это особый вид искусства пленэр, понимаете? То есть, ну, не берем натюрморты, хотя это тоже натурные пейзажи. Но пленэр – это особый вид искусства, что вот само слово пленэр означает на открытом воздухе. То есть это когда художник выходит, скажем, на луг или там в город, берет этюдник, ставит его, берет, выдавливает краски и начинает работу непосредственно, то есть на свежем воздухе, так скажем. Вот, свежий воздух, то есть, ну, открытый воздух, так скажем. Вот, поэтому, ну, тут есть, опять же, то есть все, и еще раз хочу подчеркнуть, вот Елена Григорьевна уже говорила, что все они написаны на пленэре, ну, за исключением, да, натюрмортов, что это все вот такое вид. Здесь, опять же, разный вид. Городской пейзаж, например, это одна тема, да, то есть там, когда ты выходишь, там ощущаешь себя по-другому, то есть художник, и, соответственно, работы получаются другие. Когда ты выходишь, конечно, на пленэр, скажем, в поле, так грубо говоря, да, или там где-то возле реки, это совсем другое. Там, конечно, красота, там никто тебе не мешает, там, как говорится, буквально все способствует слиянию с природой, к которому, собственно, я и стремлюсь, и которое я стараюсь показать в своих работах, и прежде всего какое-то вот что-то, чтобы не просто это был пейзаж, а то, что действительно там удивило. Это или утренний какой-то пейзаж, или, например, тоже цветение каких-то вот цветов таких весенних именно, или летних в данном случае, да, вот. Ну, вот как-то вот так вот. И когда ты выходишь, например, в город, вот Елена Григорьевна говорит, что вот, разве, там совсем другое, да, там уже наоборот у тебя идет от противного, скажем так. Я, например, не очень люблю это. Ты выходишь из зоны комфорта, потому что ты не знаешь, что может случиться в городе, потому что подходят разные люди, могут подойти люди, которые вообще ничего в этом не смыслят, и могут спрашивать. Но я стараюсь относиться к этому легко, свободно, и разговариваю со всеми, кто подходит, пытаюсь, как говорится, находить общий язык, тогда работа получается легкой, интересной, красивой, ну и, в общем-то, которая несет уже энергетику города, скажем так. Она уже не может, например, работа, которая написана на лугу, быть такой же, как работа городская. Но она по-своему интересна, и там совсем другие задачи ставятся в некотором смысле.
Ну, я не знаю, я вас не буду утомлять там разными терминами. Да, поэтому вот как бы основная идея такая была. Пленэрная выставка, работы, написанные с натуры, вот такая вот свежая, непосредственная, как тоже вот Елена Григорьевна говорила, что где-то даже может быть и ощутить, попробовать запах, да, по нашим, как говорится, ощущениям. Поскольку искусство это все-таки прежде всего, ну, там, не описание, да, природы, это прежде всего ощущение, это эмоции. И вот эмоции, которые ты испытываешь, прежде всего, естественно, хочется дарить положительное что-то, что-то интересное, что-то возвышающее, так скажем. И то, что я испытываю, я пытаюсь передать в этих работах, и вот они здесь представлены. Хочу, чтобы вы тоже этому всему удивились, там, посмотрели на это, оценили каким-то образом, ну и уже дальше говорили, что понравилось, что нет. Так что всем спасибо, что пришли, спасибо Григорию, спасибо моей семье, жене, дочери, которые меня поддерживают в этом. Спасибо всем. Можно вопрос задать? А какая работа из пейзажных больше всего вам нравится? Понимаете, как бы я вот не могу сказать, какая мне нравится. Каждая работа, вот лично для меня, это история. Да, это как ребенок определенный. То есть, если вы там спросите про каждую из работ, например, эту работу, вот я могу рассказать, как я ее писал. Вот хочется здесь, вы говорите, там прыгнуть туда, но когда я ее писал, мне было ужасно некомфортно, дико просто некомфортно. Знаете почему? Потому что было такое количество комаров и мошек, это капец просто, понимаете? Там просто это было, ну такого никогда не было. Была такая вот весна, оно смотреть красиво, да. Но когда ты стоишь и работаешь, причем на солнце, на открытом, то есть в определенном смысле это тоже, ну, такой вот. Как бы, ну, работа, да, хотя это удовольствие для меня тоже, но это тоже нужно увидеть, потому что настолько много, и они везде, понимаете? Поэтому, ну, как-то другие работы, там, скажем, они более, например, чтобы написать эту работу, мне пришлось проехать на велосипеде, например, километров, наверное, 15 где-то там, понимаете? Пока я доехал, я уже там, уже не знаю, уже бывает такое, приезжаешь на пленэр, вернее, на место, которое, куда ты хочешь приехать, и тебе уже просто ни до чего. Но потом, когда ты видишь это все, берешь этюдник, краски, и все как будто бы усталость пропадает. Вот, те же маки, например, которые я писал тоже. Я пока доехал на машине туда, у меня вся машина была в пыли, в какой-то, я ехал вот так вот, трясся весь. Но когда я приехал, я говорю, я просто удивился, обалдел, и работа пошла, как можно сказать, с удовольствием. Хотя все равно я какими-то работами более доволен, какие-то менее, это уже такое. Но опять же, о том, как, что получилось, судить только вам, зрителям. Вот. И хотелось бы, чтобы все, ну, вы это как-то, может быть, прокомментировали. Смотрите, просто смотрите. Спасибо еще. Какой вопрос? Валентина Дмитриевна, что скажите, пожалуйста, а море у вас не появится в работе? Вы знаете, у меня море было, я вот предыдущую выставку делал. У нас же есть море, экспозиция. Владимир Анатольевич, да, в коридоре. Да. На входе этого Владимира. Я хочу сказать о море. Вот, скажем, я писал море, да, то есть и отдыхал в Одессе, и не только, и видел море, но поскольку, понимаете, я человек, нерожденный на море, я его. И мне оно нравится, я пишу его с удовольствием, оно очень интересное, оно очень разнообразное, и особенно свет, который, я просто им восхищаюсь, но я его не, ну, к сожалению, к счастью, я его не так чувствую, как то, где я пишу. Если эти работы я ощущаю, понимаете, ну, просто чувствую я их, понимаете, то море я не так чувствую. Они, возможно, красивые, да. И они красивые, действительно, морские пейзажи мои. Они и мне нравятся, да, и кому-то нравятся. Их покупают, кстати говоря. Но
я вот хочу сказать, что я их не так чувствую, хотя мне интересно, мне очень интересно море. Вот сегодня мы были на море, у вас прекрасный город Одесса, прекрасное море, просто ну, замечательная погода сегодня отличная. Вот все шикарно, люди, которые нас принимали. Вот Татьяна Васильевна, Павел Анатольевич тоже, ну просто всей душой к нам, понимаете? Вот, Елена Григорьевна, которая просто все это организовала, все это сделала, понимаете? Это просто удивительно. Удивительный город Одесса. Она просто шикарная. Но я просто, понимаете, я ну, не, по рождению просто я не могу так чувствовать, как, например, это почувствует та же Елена Григорьевна, или вы, если вы одесситка, правильно? Вот. Я это все вижу, ощущаю, впитываю, и мне это очень нравится, и я этим восхищаюсь. Здесь это просто ну, гениально, просто гениально, понимаете? Поэтому, ну вот как-то так про море. Спасибо. Друзья, если кто-то хочет что-то сказать, Виктор Семенович. У нас сегодня несколько открывается выставок, это штаты. Только мы открываем, и они открывают. И художники не успевают передвигаться. Ну, конечно, как и всем, мы хочу поблагодарить автора за то удовольствие, которое вы нам поставили. И сказать пару слов в том плане, что вот то, что вы нам показываете, оно меня тоже, хотя и одессит, но оно меня тоже трогает, потому что недалеко от Чернигова, 25 километров от города, находится творческая база «Сеня» художника Украины. Так случилось, что мне повезло бывать там более 10 раз. Если говорить честно, это край, конечно, очень богат своими пейзажами, которые вы видите. И вы нам доставили то, чего у нас оно тоже есть, но у нас оно так быстротечно, что мы не успеваем оглянуться, как травы уже выжжены, и мы чувствуем только запахи этих южных трав. А здесь еще созерцание этих цветов, это благодатное утро, дня и так далее. Поэтому, конечно, то, что вы рассказали нам, это так оно и есть, это история ваша, творческая, конечно. И благодарю за то, что Елена Григорьевна, и что вы нам доставили удовольствие это видеть. Желаю вам творческих успехов, как можно, больше, как можно лет творить и показывать нам. Спасибо. Спасибо. Можете сказать что-нибудь приятное художнику? Можно? Да, пожалуйста, другой человек будет, пожалуйста. Столько вам удовольствия, так скажу. Я сказать пару слов. Почему? Потому что я уроженка Чернигова. Я родилась в Чернигове. Мое детство, юность, школьные годы прошли на Черниговщине. И спасибо вам большое, что вы вот это все привезли, эти пейзажи. Это я все видела в натуре, воочию. Для меня это так близко. Эти деревья, эти кусты, эти водоемы небольшие, эти цветы луговые, полевые. Это вся красота, которая здесь на юге, этого нет. Хоть и говорят, что оно где-то там выжжено, но все равно вот такого вот Полесья здесь нету. Здесь, конечно, степь, море, степной морской воздух и все. Но вот это все, это действительно красота, красота и еще раз красота. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Больше не Я говорю, еще никого, никого больше нет. А да, может быть, земляки объявятся здесь. Хорошо, друзья, теперь позвольте, мы приготовили тут наше издание «Письма Николая Константиновича». В этом году исполнилось 145 лет, мы издали, все время меня толкает к этому микрофону. Мы издали в этом году 145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха, и мы издали письма, которые не издавал ни один музей мира. Это наши раритеты, письма из нашего собрания, переписка Николая Константиновича Рериха с художником Джозефом Эрлом Шраком, который возглавлял в Нью-Йоркском музее Академию искусств. И корпус писем, переписка у нас, только в нашем музее. Потом переписка со своим давним другом Романовым. Эту копию писем мне подарил Романов, сын друга Николая Константиновича.
мы издали впервые. Потом из архивов наших, киевских архивов, Музея истории и литературы и искусства, музей-архив, переписка Николая Константиновича с философом Лоски и две грамоты, которые атрибутированы были нами, одна из собрания Государственного исторического музея России. Так что, пожалуйста, это вам. И дневники Бориса Алексеевича, я не помню, мы вам дарили навряд ли Смирнова-Русецкого. У меня есть, но не дневники. Есть дневники. Дело в том, что очень вы близки с Борисом Алексеевичем Смирновым-Русецким, который каждое лето уезжал в творческий отпуск, и он более около 20 лет ездил в Сартовал. Там, где когда-то жил, был Николай Константинович, его привлекал север, не юг. Юг вот его не привлекал. И даже когда он у нас был в городе в 1993 году, мы открыли выставку, привезли Николая Константиновича Рериха, подарили городу из Международного центра Рериха, и Борис Алексеевич приехал. Тогда мы привезли в Одессу, и мы пытались, 93-й год, бензина нет, того нет. Нашли, в общем, машину, пленэр, чтобы было Бориса Алексеевича, но море его не особенно привлекало. И он все хотел какие-то, а вот север, он говорит, не обижайтесь, но вот север, север ему близок и дорог. Чернигов, наверное, был бы близок и дорог, но он не был Чернигов. И вот в этих дневниках зарисовки, как он вживался в природу. Вот как говорите, ну, должна, во-первых, отойти от городской суеты, от московской. Он жил в Москве, потом погрузиться в природу и сразниться, и стать ее частицей и наполниться. И только лишь потом можно что-то писать на природе. Так что вы прочтете, о чем думал художник, пройдя 10 лет ГУЛАГа, 5 лет ссылки, после того, что, как он вышел и какой он остался, каким образом человек. Я хотела с вами поделиться и со многими. Я уже неоднократно это говорила. Борис Алексеевич рассказывал, что когда он встретил человека, который его, на него написал донос, кстати, доктор искусствоведения, не буду называть его фамилию. Да, и он говорит, я прошел все инфернальные стороны жизни, о которых он не хотел, в общем-то, вспоминать. И когда ему довелось потом встретиться с этим человеком, я очень хочу этот эпизод рассказать, он лично рассказывал, а потом он описывал этот эпизод. И он говорит, я стоял перед ним, и в моей душе, и в моем сердце ничего не было негативного к этому человеку. Я даже ему пожал руку и был благодарен за все, что мне выпало, дала мне судьба. Слушайте, это же весь столько сейчас злобы, столько памяти, такой, тот того, этот человек перенес 15 лет. Он был уже на грани смерти, все было в его жизни, в этом ГУЛАГе. И он вынес вот такой оптимизм и удивительное отношение и благородство души. Мы такого человека знали, и хочется, чтобы в вашей библиотеке были его мысли, записанные в дневниках, о выставках. Он неоднократно был в Украине, в частности в Киеве, вот в Одессе он был со своей выставкой. Ну, а это ваши супруги. Тут. Потом вы распечатаете, посмотрите. Спасибо, Владимир Анатольевич, спасибо вся семья, которая приехала, спасибо тем, которые пришли. И, друзья, пока есть Владимир Анатольевич, можно его эксплуатировать, чтобы он подошел к каждой картине и рассказал, вот если вы хотите провести такое, я думаю, что вы не откажетесь. Не откажете. Так что, если у вас будут такие желания, пожалуйста, подходите. Еще раз спасибо за эту красоту удивительную. Я хочу сказать еще одну вещь. Есть работы, которые хочется иметь в доме или не хочется. Хочется иметь в интимном каком-то месте, как говорят, в спальне. Вот все работы Владимира Анатольевича, ну вот Богдан Хмельницкий только пусть стоит на площади. Нет, вот эти работы изумительны. И Богдан Хмельницкий тоже молодец, он изумительный, но пусть он стоит на площади. Но вот остальные работы, очень, конечно, хотелось бы иметь. Вы знаете, дома, я хочу сказать, что есть любители живописи, художников, которые собирают работы одного художника. Я уверена, что ваши работы кто-то наверняка собирает. Один. И другого никого не хочет иметь, чтобы это была целостная энергия одного человека, настроение, которое он передает. И тогда происходят иногда, в общем-то, чудеса. Ты действительно можешь войти в работу, быть там, в этом месте. Я вам другое еще скажу. Когда художник пишет работу, он же это видел все, это же пахло. У него же пела внутри музыка. И, конечно, это, естественно, находится на полотне. И работы звучат, работы пахнут, потому что все органы чувств у нас работают одновременно. Мы даже можем их осязать, ощущать, обонять, слышать, ну и, конечно, видеть. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.
вам букет цветов. И хочу сказать действительно спасибо вам за этот праздник, потому что это праздник красоты, добра и улучшения людей. Вы знаете, не каждый человек может куда-то выехать сейчас при этом времени. Не каждый человек может созерцать такую красоту, а ведь нам, людям, так не хватает ее. Поэтому, когда вот смотришь, любуешься, у меня одна работа ваша есть, и она действительно, как Елена Григорьевна говорит, находится в спальне. И цветущая вишня, я каждое мгновение, когда смотрю на вашу работу, я ощущаю аромат этой вишни. Я помню, как я хотела, она была у нас на выставке, она висела вот там, около Сергея Радонежского, как я хотела эту работу приобрести. Ну, а материальные возможности, как всегда, Елена Григорьевна говорит, возьмите в долг, отдадим. Нет. И мы тогда с семьей как-то так потихонечку, но она по сей день меня радует. И вот действительно, они живут своей жизнью. Кому-то не хватает этой зелени, кому-то этих цветов, а цветы — это всегда праздник души. Поэтому мы вам очень благодарны, и я думаю, одесситы будут всегда радоваться вашему искусству. Спасибо. Спасибо, друзья. Смотрите, наслаждайтесь, и пока художник с вами рядом, задавайте вопросы.